Какого босса? Ебать, я полетел. Миш, ты мажор, у него, видишь, флай апнутый. Нет, так, а где? А, вон, вот здесь. А, блядь, даже ведут, слышишь? А ничего не говорили, будут вводить этот-то на ювку? Пиздатый сокет. Конечно, он уже введен, осталось только выформить ебаные... Ворон подвуд и кристалл. Дай, пожалуйста, помощника мне, пожалуйста. О, ты чё, припахаешь своих пацанов? Не подводки, не кристаллы в подводке. Трансмутация алхимии, блядь. Из камней, из сердоликов, из хуиков и со всей этой... Ну, я говорю, воронка нужна только, и всё. Нужен рец, нах. А где этот рец учится? А, алхимия, по-моему, на острове. Не, на, ну чё? Это его есть в виду. Бля, я лучше б шею ввёл бы. 64-ю, чтобы апгрейдить ее. Я не буду вводить, потому что там был up to 296. Остров не будет вводить вообще абсолютно, по-моему. Поэтому нужно брать 277-ю шею с... Ну да, осталось ее просто фармить каждый раз. Я ее фармлю уже, знаешь, сколько у меня. Так а чё, слышишь, задума засумонили, полетели туда, ёпта. Или кого-нибудь. Я сумоню, чё-то... Да он не хочет сумонить. О, The Doom теперь с коровы играет. Угу, да это все ты. Оооор, чё, этот ретал, как это называется? Сколько у тебя уже осколков-то, ёпт? 9. 9? А ну ты знаешь. Чё да, ты вообще, я-то думал. Летели. Может быть, потому что очередь не моя, типа, все дела. Ты же РЛ, кикай нахуй всех. У меня следующая очередь, я в ХМ-ке собираю, плюс собираю фулл целкар, ну то есть и в обычке, и в ХМ-ке. У меня за эту обычку 6 осколков выпало, я вообще там охер. Как ты можешь осколки собирать, если ты бомжа-шаманом вечно в целка своим? Тебе кажется. Что я, ну я что не посмотрел, Зулина в целка, Зулина в целка. Я просто типа с двух окон играю. Магом чисто встаешь жезлом, ДПС накручивать, да? Чё? Кстати, аренить-то будем сегодня? Нет, не будем, у меня через 20 минут. Ну мы там быстро лича убьем и пойдем. Да, ну там быстро лича убьем. Так, по обычке, блять, это мы второму статику убиваем. А. Помочь надо. Давай. Где? А, вот, слышишь. Трансмутация мглистого алмаза. Надо, короче, брать и этот хуярить на друиде. Что трансмутация? Где ты нашел? В смысле, она уже висит как бот, наверное. Блять, походу на острове. Все, вы там уже? Темно. На острове еще есть квест на убийство Кельтаса. Ну вы летите к боссу? Нет, я что, его сам буду бить? Ну я тут это чисто на мотике сижу. Высаживай нахуй его. Поехали. Бля, сейчас догонит меня. Аурены, блядь, собрались, сука. Я тут со своей тёлочкой просто. Ну она быстро сегодня будет собраться, блядь. А тут нельзя приехать. Где здесь? Саня, я себе волыну новую на мага выбил. Чё за волына? Увидишь. Бомж-мага одевается потихоньку. ДПС как был 9 кассов, блядь. Так и остался. Дипфайр аспектнись нахуй. Ебать, ой, я аркан отдам. 4К, ёпта. Если б ты, блядь, 4К там, этот, арену была, ещё б да, нахуй. А так-то, блядь. Ебать, у меня тут маг просто рвет и метает. У меня с этой пухой добавилось 100... Да аркан твой параша, играй фросту, бога ради. Фрост, если не хочешь фаери. Аркан, ебать, охуенная ротация. Арканом, ты че, ты добак, а тать, ты че?
Фу. Ебать, две кнопки. Закидаем тебя сейчас, способа съедения отдадим, нахуй. Ты подожди, я себе еще мутика качаю. Блядь, там тоже две кнопки, охуенно. Да, понятно. Че мне, танковать, нахуй? Да, попробуй. Да че тут пробовать-то, блядь? Как обычно, нахуй. Кстати, мне Турбоис говорил, надо 1500-1600 хосты набирать для Аркана, типа. О, пиздец. 276 усилков, блядь, из 280. Пиздец, нахуй. Сколько? 276. Круто тебе. Да, на 248 из 290, ебать. Сейчас бы жаловаться, что усилков дохуя, вот это зажрались. 280. Это, блядь, мне нужны не усилки, мне нужны брюли, блядь. Да у меня усилки валятся с жопой, блядь. У меня покрутил 40 монеток, 5 лилий, ёпта, упало. Да нахуй они мне сдались-то, блядь. Нихуя Хумонтиком. Себе. Я вообще лилии еще не видел ни разу. Тёма, о каких брюлях речь? Расскажи мне, пожалуйста. Все брюли у нас маг забирает. Это знаешь, вот знаешь, кто это виноват, что, блядь, мне сотка не упала, мне сотки с прошлого не упало брюлей, блядь. Это виноват Дима, нахуй. Держите, блядь. Что бы ты делал, сука? Бля. Зачем ты это делал? Да ты заебал, блин, не прикалывай. Бля, кикайте нахуй. Сумоньте нахуй, я подержу. Да там фатит там. Это ты, что ли? Чё, дать тебе иннер? Мне нет. Ну и не надо. Так что вы бьете, что ли? Да. Ну да. Да нахуй! Сумонь там, блядь, кого-нибудь. Вон там один дотыкивайте. Я отвел пока что. А как мы будем сумонить, если мы в бою, типа? Ну там чел какой-то без боя, нахуй. Один, да? Либо вы ближе, блядь, потому что нахуй он сейчас агрит. Давай, вы его заевейдите. Надо просто отойти, он заевейдится сам. Побежит опять на место. Да ну что ты, мы уже сняли 300 тысяч, бьем дальше. Какие 300 ладно, тысяч, блядь? Ничего, что 3 лимона, блядь. Ну, тоже ладно. Ладно. А на пула не, нахуй, не слышал, блядь. Ты должен справляться самостоятельно. Побежал. О. Дима Рай. Побежал, Саня, побежал. 5000 агра. Какой агра? Не могу пока забрать, трансуха. Бля, хилить походу придется все-таки, я-то думаю. Можно АФК поставить. Зачем хилить, если шоты? Кстати, персубочник входит, типа, или? Не. Да, блядь, ни агро не набрать. На пул напишите, чтоб напуливали, блядь, петушары. Блядь, ну тут надо... Дима побежал. Да он не таунтится, не восприимчивость, блядь. Еще лучше, блядь. Саня побежал. Да я бег. Зачем кабана сагрил? Это ады, это надо заливать их. Нормально теперь. Это какая-то хуйня. И этот человек крыли 25 хм лича. Сдох на инферносе. Ааа, просто убили чат. Игр, дай зима корёт. А чё, у вас прямо поставили уже в самвелах РТ на этого? Ну, уже прикольно. Нас даже рано пока что ставили. Ну, блядь, ужин, нахуй. Дим, кинь мне МК, я сейчас тебя найду тоже. Здесь,
чё, какой смысл 25 оп лич? Для допуска в эти инсты. Ну так там лут как в 25 хэми. Какой? Там немногие могут, как его, пройти даже личата 25 обычку, ёпта. А какой там левел там лута будет? 277. А, так я что-то не на том не линковали. А чё мне линковать 277, это откуда? Не знаю, может я с данжи посмотрю. Мир под названием XD. А чё открывает-то? Какой инст я забыл? ЗС, подводка и крепость бурь. Ока. Ока. Помнишь, где Феликс падает? Ну. Вот, а этот открывает. И где Леди Вайш, где башка нахуй. Вот, эти два инста откроют. Кто-то говорил, этот кто он? Ока, крепость бурь. Сука. Ну-ка, надо посмотреть. А, вот он уже. А я раньше другой item level тут видел. Переделали уже все, да? Уже как 2 недели переделали. Да, я не смотрел. Ну-ка, а что 284-го нету? Самое прикольное то, что ты 5 по статам как Т. Ладно, побежал. 1 в 1 по статам как Т-10-3. Печально. А оно улучшаться будет? Да, да, в гере. Какой гере? Тут 2 сложности будет? 2 сложности? Да. Ебать. Геро, через полгода, блять, откроют 100%. Да мне так дольше, ты че? Там, да, говорили, что полностью кастомные тактики. Ну, когда сезон закончится, они от 10 ведут и начнут этот большой ПВЕ итем левел вводить. А вот кто он? Сейчас посмотрю по луту. Вот этот Т5, который я раньше бонусы читал. Т-11. Это не те бонусы? Нет, нет, бонусы надо смотреть на форуме. Там заходишь, песочница, там как раз бонусы Т-5. Ну я видел, но я глянул на вара. Ну пока тут не написано, тут 70 уровень. Ты можешь зайти через путеводители, посмотреть там шмотки, ну типа там только статы можно посмотреть. Они ничем не отличаются от Т-10, а бонусов там еще нету. Mm-hmm. Бонусы, блядь, я буду орать, если завтра повыбивают Т-5, а там будут бонусы, которые сейчас написаны. Это будет вообще опыт. Да это ждите поставки, я говорю. Хуй там. Я тебе говорю, уже всего 4 месяца поставок, по-моему, нет. А вот это Т-11, это откуда будет, кто знает? Так из этого, из Ульдуара какой-нибудь. Ну на X10 я не знаю откуда. Ульдуар сейчас закрыт, его откроют и сдегают оттуда. Админы не подтверждали, будет. Он говорили, что вначале нам будет как последний контент вообще, после самого конца. Ну, ты же понимаешь, что рано или поздно они дойдут до точки, где они откроют абсолютно все, и им придется открывать и Ульдуар. Ну это понятно. Ну ты прикинь, блядь, сколько там работает, что тебе делать. Там да еще черный храм чего стоит, и плато чего стоит открыть. На X10 его не доделали. Если на X2 не доделают, он упадет. Черный храм с плато? Да, там просто Акама всех расхуярил. Выходила копия, ну, выходил этот Акама и ебашил всем нахуй люлей, блядь. Ну-ка, Влад, закинь иннер, если у тебя еще есть. Да, конечно. Это такой онлайн, что не сделать грех просто, блин. Мне ж бабло гребут лопатами. Так, на X10 такая же хуйня была раньше. Ну, не такая. Там не было, по-моему, онлайн. Тут онлайн-то больше, но... Эх, не захилим. Заня, почему кабаны стоят живые? Чё за хуйня? Так они не агрят. Зачем убивать мир, убивать мир? У них вечно холод падает, парни. У меня есть, там в сумке лежит. Саня, держи, веду. Кабан, блядь, привёл. Я понимаю, что одни могут переобладать. Всё же.
Возьмем маны для тела. Вы мне, кстати, скажите прикол за вне категорию. Там что, бесконечно у силков можно или нет? Нет, значит, а можешь в этом. Вне категории, сейчас тебе скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь плюсов. За каждый плюс по 10 у силков свернуть, получается.